Наверняка все помнят скандал, произошедший на телеканале Матч ТВ. Тогда Дмитрий Губерниев довел до истерики Ольгу Бузову вопросом про коньяк. Бывший спортсмен и телеведущий Илья Трифонов рассказал, что же делала теледива до и после конфликта в прямом эфире. Мужчина дал интервью, в котором отметил, что всегда относился к Ольге положительно. Однако после встречи с ней вживую он поменял свое мнение. Спортсмен рассказал, как он зашел к теледиве в гримерку, а Бузова там стояла без нижнего белья, но в прозрачном комбинезоне. Теледива вовсе не стеснялась наряда, а предложила Илье остаться. Однако он отвернулся и застеснялся. Это была далеко не первая неприятная ситуация. Второе, Ольга опоздала, поэтому ведущему пришлось тянуть время. Кроме того, теледива всего за несколько минут сказала Трифонову, что у нее конфликт с Губерниевым. Телеведущий за это время не успел сориентироваться и не понял, что уже нужно спасать ситуацию. Ведь Ольга с каждой минутой нагнетала обстановку. После скандала Ольга вышла из студии и заявила, что Губерниев ее фанат, который будет сейчас просить прощения, вспоминает Илья. По словам Трифонова, в гримерке Ольга снова плакала. Девушка была возмущена, что ее унизили и обвинили в алкоголизме. Причем за это ей ничего не заплатили.